Всем доброго времени суток. Я снова поднимался наверх, в холодные и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада. Еще раз поздороваюсь. Всем доброго времени суток. С вами Анми. Мы с вами продолжаем играть в метро 2033. В каждой части я вам говорю, что игра вроде как и даже заточена частично под стелс. И может быть нам даже стоит попробовать чуть-чуть хотя бы пройти по стелсу. Что у нас с патронами? Патронами все печально. Так, выключаем фонарик. Самое главное. Так, светло это, во-первых. Сраные летучие мыши. Давай, давай, шнель! Идем один за другим. Тут все обледенело, так что поаккуратнее. Кстати, я вижу тут лестницу. Вот все оборудование представляет. О, здесь что? Если мне придется возвращаться за ним обратно, я отсумаю вам нос. Аккуратненько. Так, а что у нас светится, не пойму. Фонарь. Я же вроде выключил его, нет? Или мне показалось, что я выключил? Здесь кто-нибудь есть? Как-то странно, но здесь никого. Отличненько. Один охранник там ходит. Впереди. Надо как-то его проскочить. Может, так по-наглому. Может, он нас не заметит. Итак, давайте повторим. Вон они все снизу. 15 минут, не больше, чтобы открыть гермозатвор. Если не успеваем, отступаем на базу. Так. Я тут подумал, почему бы нам не взорвать его, а, господин офицер? Страшновато тут наверху торчать. Посмотрите-ка! Убегаем. Так, пока никого. Куда нам? Давайте посмотрим. А ты подумал, Майя, что нам делать, когда эта жалкая станция будет нами захвачена? Сюда куда-то, да? Так. А, птичка. Птичка, не ешь нас. О, кого-то утащили. Так, нам, видимо, сюда. Да, так и есть. Куда-то сюда, видимо, по этой лестнице. Вот это хрень! Тихо. Это откуда? Откуда голоса? Пока непонятно. Так, здесь какой-то схрон небольшой. Вернее, схрон, как тут кто-то погиб. Мы этим, естественно, воспользуемся. И бежим к лестнице, пока никого не видно. Так. Что там моргает нам? Туда, видимо, куда-то. Да, здесь, к сожалению, не пройдешь. Как бы нам... Опа, опа. Ой. Какой-то передатчик, говорят, нам как раз же нужен был, по-моему, насколько я помню, передатчик какой-то. Нет, нет, никто не ползет, это показалось вам. Вам показалось. Да то... Откуда здесь столько их? Так. Вот там передатчик, который мы с вами искали. Пока неплохо у нас получается со стелсом, согласитесь, вроде бы. Полис, все проходит неплохо. Если вы слышите это сообщение, наша станция пала и захвачена мутантами. Тот, кто отправляет этот сигнал, последний выживший. Все, кто прикрывал эвакуирующихся гражданских, погибли. Вы должны обрушить туннели. Гермозатвор не задержит их надолго. Так. Это был командир Максим Комаров. Конец сеанса. Связи. Ну что ж, мы выполнили одну из частей задания. Нам нужно было вставить вот эту кассету. Еще один. Вижу. Так, растяжки все мы обезвредили. Теперь мы здесь... соберем все, что сможем.
Так. Так. Здесь мы пройти сможем. Какая-то вот здесь дорожка есть. Давайте посмотрим по карте, куда нам. Там, туда куда-то и нужно. А, не упадем ли мы? Чуть. Летают вот эти страшные монстр-птички. Так. Опа. А куда нам нужно-то? Что-то здесь вот сидят аж двое. Так, а нам куда? Понять бы, куда нам? Тогда можно было бы, исходя из этого, уже куда-то нам дальше куда-то надо идти. Перелезть никак нельзя. Не хочется мне с ними сражаться. Вот труба. Так, мы, по-моему, обошли вот этот пост, который там сидели. Ну, отлично. Отлично. Пока очень здорово получается. Жалко, здесь нет сохранений. Я бы даже, наверное, сохранился, чтобы дальше попробовать также по стелсу пройти все это. Готовься! Причем? Надеюсь, это наши сменщики там идут. Я вправил его до смерти. И фильтр уже на исходе. Вражеский шпион! Не дайте ему сбежать! Да как? Где вы меня заметили-то? Ёлки-палки. Так, давайте спрячемся. Не знаю, может быть, они успокоятся. Где-то я упустил... то, что меня могли заметить, к сожалению. Тихо. Знать бы, куда нам вообще нужно. Я в этом здании уже заблудился, честно говоря. Да, все, нас заметили. Это абсолютно точно теперь. Это очень неудачно. Весь наш стелс накрылся. Да, печально. Это все печально. А так хотелось сделать все это красиво, без лишнего шума. Что столько шагов. Еще минус один. Ну, ладно, пошло, конечно, наперекосяк, но попробуем этим воспользоваться и пополним максимально боезапас свой. Может быть, что-то еще найдем полезное для нас. Фильтр поменяем. Артем так задыхается, что мне просто не по себе. Так, это фонарь, что ли, был? Непонятно как-то. Это освещение. Так, где вы? Откуда вы орете-то? Здесь как раз они сидели. Так. Ну, здесь мы с вами проходили все. В принципе, мы не были только вот в этой комнате. Сейчас мы именно сюда и отправимся. Но то, что поднялась паника, это совсем-совсем нам не на руку. Так. Так, прошу еще одно сохранение. И опять нас. Этого мы отправили к бабушке на каникулы. Что за ерунда? Это еще там кто? Вражеский шпион! Не дайте ему сбежать! Кто к нам пожаловал? Да как вы меня видите-то, елки-палки? Я... оружие! Упал, отжался! Упыри отродят, я не пойму, во-первых, где они, откуда орут, а во-вторых, я не пойму, как они меня видят. Вот ты где! Где? А где я? Стоять, я сказал!
Я не знаю, куда мы спустились, но куда-то мы спустились. В общем-то. Зайка видел, да? Что ж, будет тогда? Минус три. Вот здесь я фонарик видел. Боюсь перезаряжаться. Ты где он? Как сейчас было все криво. Ну, кто-то еще орет. Вот это меня пугает. Да со стелсом совсем беда у меня. Что ж такое-то? Прям эта игра меня не любит. Так, вот фонарик вижу. Как я не вовремя вышел. Ощущение, что я почему повернулся налево, потому что, как мне кажется, именно крик я слышал слева, поэтому именно туда я и повернулся. И получил заряд свинца. Ух! Значит, я не зря там слышал что-то. Видели, сейчас получил еще и слева. Да, так и есть. Вот там где-то сидит. Я, главное, не пойму, вот в той, там, в этой двери, что ли? Так, так. Да давай, выходи уже. Надеюсь, он последний. Он меня обхитрил, я его ждал из двери правее. В общем, как я не хотел никого убивать, все-таки пришлось, как вы видите. То есть, каким образом они меня заметили, я не знаю, но сам факт, что нам пришлось воевать не по своей вине, это точно. Ну, в любом случае, как бы там ни было, мы вроде бы неплохо справляемся. Единственный минус то, что надо выключить эту гадость. Ну, гадость, не гадость, не знаю, там кому как нравится, но по мне... Сейчас это не к месту. Плохо одно. Одно. Так, а чем у нас? Давайте вот этот возьмем, потому что тот, который у нас есть, пистолет, он все равно без глушителя. Да и как тут проходить с глушителем, я не знаю. То есть, почему-то у меня здесь не получается это делать. Так, фильтры, отлично. Патрончики еще. Ой, противогаз. Его огнетушитель, кто знает, это просто просто какая-то у меня уже болезнь, это не просто оговорка, я постоянно называю его противогазом. Ой, то есть, ну, противогаз огнетушителем. Так, ну, раз мы всех убили, почему бы не обойти теперь и не посмотреть, что у них было. Заодно фильтр, чтобы не задыхался. Так, здесь никого у нас, надеюсь. Кто не выскочит. Вот вижу какие-то здесь патрончики. И все, наверное, да? Ну да. На этом все. На этом все. Здесь мы всех обобрали. Давайте посмотрим, что у нас с другим оружием. Перезарядим, если что-то нужно. Нет, нигде ничего не нужно. Вот здесь пистолетик. Неплохо. Шашки. Ну все у нас вроде бы в порядке пока что. И еще я хочу зарядить фонарь, пока есть такая возможность, пока здесь никого нет. И пока он нам, в принципе, не нужен, да? Так, вот еще можно одного побрать. Ну и движемся дальше. Понимаю, теперь нам надо куда-то... Ой, не то я сделал, абсолютно. Да, нам именно туда куда-то и надо. Давайте двигаться вперед опять. На улицу. Опа, опа. Оп, отряд. Отряд. Отряд, отряд. Отходим, отходим, отходим. Задело кого-нибудь? Нет? Ой, вот тогда вперед.
Знать бы, куда вот вы... Вот это хрень! Прикрывайте тылы, воины! Так, вот вижу через машину, как там проходит. Так. Тихо. Я не хочу. Тут там один. Попробуем сейчас, если что. А кто-то, если здесь... А вот уже. Ах ты, зараза! Да как вы с такого расстояния-то меня видите? Минус двое. Так, надеюсь, вот те ребята не вернутся. Потому что там, по-моему, их много было. Калаш, смотрите, я им не пользовался, но, по-моему, отлично. Нет, все-таки они возвращаются по нашу душу. К сожалению. Нам куда вообще нужен-то? Успеем просто проскочить. Давайте посмотрим. Куда-то туда, вот куда туда. Здесь еще один. Да умри ты уже. Так, все нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Может, ну и нафиг. Так. Страшно, конечно, из-за этой птички, но оружие подобрать надо. Мы потратили определенное количество патронов, и восстановить мы их можем только с помощью вот этих убитых. Что других мест, видимо, здесь нет. В общем, не получается. У нас стелс, может быть, тогда и не стоит пытаться мне на будущее. Ну, как-то вот с этой игрой у меня абсолютно не складывается этот стелс. Ну, мы будем пробовать теперь все равно. Теперь мне было ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть. Ну, мы все равно будем пробовать с вами, естественно. И, по-моему, мы подняли тревогу. Так и есть. Опа! И кто-то в очередной раз нас спас. А, по-моему, это и есть Ульман. А что так долго? И где Павел? Неужели он... Да, к сожалению. Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. А, вот, возьми. Опа! Я буду ждать тебя в заброшенном... И вот то оружие, которое я хотел, в принципе, себе. Не знаю, насколько хорошо оно в этой игре, но с ним, во всяком случае, я надеюсь, будет попроще со стелсом. Потому что так, у нас один выстрел, и мы сразу всю охрану поднимаем на ноги. Так, куда нам надо? Давайте посмотрим по карте. И двинемся в том направлении. Прибор ночного видения нам здесь поможет, интересно? Да, вот я заодно растяжку увидел. Упс. Вот стекло я не заметил. Так это растяжка или нет? Да. Растяжка. Аккуратно. И вот еще стекла. Как семья? По папе скучаю. Твоя-то как? Еще одна растяжка впереди, стекла. А теперь мы тут застряли. Точно. Так, стекла обходим. Все это сдалось. Ага. А кто будет детей твоих кормить? Может, штурмбанфюрер? Так, подождите, а где... А, вот. Вот эта полоска. Что за жизнь? Может, бросить все?
Взять семью, да сбежать на Ганзу. Не ты первый, кто об этом думал. Так, это что такое? Повесили. Ублюдки. Да что ж за... Что такое падало постоянно сверху? Так, нам нужно... Если мы собираемся идти с прибором ночного видения, соответственно, нам нужно... Так. Тихо. Что? Будьте... Да что такое-то? Они нас... Понимаю, вроде бы стрелял-то в голову. Так, в общем, нет стелса у нас опять. Поэтому снимаем все это с себя приборы ночного видения. И так далее. И пробуем так пройти. В конечном счете... Игра все-таки относится к разряду. Так, нам, наверное, стоит еще и снять противогаз, потому что он здесь и не нужен. Так, патроны. Еще патроны. Ну, где ты? Где ты? Не хочешь, чтобы он нам в спину сейчас начал стрелять? Что у них здесь еще было? Ножички нам не нужны. Патрончики. Вот патрончики всегда пригодятся. Да не хочу ничего хавать. Давайте это... Как-нибудь... Мир, дружба. Жвачка. Так. Тихо, тихо, тихо. Может быть, он про нас забыл? В какую сторону здесь интересно, влево или вправо? Ага. Гаси, ублюдка! Тихо, 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 тихо. Не с места! Не очень понимаю, где он. Второго я никак не ожидал, честно говоря. Ну. Пять. То есть мы всю станцию опять на ноги подняли. Это какой-то ужас. Это какой-то ужас. Так. Давайте, ладно, попробуем дальше. Тебе конец! Конец! Не надо, ребята. Не хочу. Не хочу никакой конец. Давайте как-нибудь мирно разойдемся. Да как они меня видят-то, елки-палки? Что же за дебил такой? Так, 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 так. Так нас будет не очень хорошо видно, надеюсь. А теперь можно и прибором ночного видения попробовать пройтись. Конечно, уже поздновато. А внизу бегают. Подцепили. Умер. Да. Черт! Они нас гасят! У нас жмут! Да-да-да. Эта мразь только что нашего завалила! И ни одного. Тихо, тихо, тихо.
Чё же так суетитесь-то? Привет! Так, где этот генератор, интересно, который мы должны были якобы по-тихому выключить? Наблюдательно! У нас потери! А вот он. Был. У нас раненые! Так, он где-то вот здесь ходит. Тихо, 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 тихо. Еще? Сдохни в туннеле! Да, еще кто-то есть. Еще кто-то есть. Судя по шагам, где-то слева. Что это такое? Казалось, это кто-то там стоит. Так, не могу я с прибором ночного видения. Сейчас я чуть-чуть здесь посвечу. Не пойму. Так, что это такое у нас? Это оружие заменяет помповое, да? Ну, не знаю. Ну, давайте попробуем. В принципе, достаточно помповое часто встречаем. И поэтому можно испытать вот это оружие. Так, что этим делать надо? Накачивать его как-то. Все полностью, то есть, да, оно готово. Давайте как раз последнего попробуем. 5 выстрелов здесь, да, есть? Куда нам идти-то? Прямо. Мне просто интересно, где он, сверху или снизу, если... Так. Ух ты ж, вот это я испугался сейчас. Ух, они плохие, кстати, эти шарики, я должен вам сказать. Хотя у нас всего их, как вы заметили, осталось 9 штук, да? Печально. Тогда мы сейчас заберем свое оружие обратно. Дробовик. И будем пользоваться им. Так. В общем-то, ребятам не повезло. Вырезали как-то мы станцию. Совсем непринужденно. Это не есть хорошо. То есть мне не совсем нравится вот так играть. Прям скажем. Мне нравится немножко в стелсе проходить. Ну, у нас такой вот жестокий стелс получается. То есть мы вроде как в стелсе, вроде как потихонечку, но всех убиваем. Хотя это трудно стелсом назвать, то, что сейчас происходило. Периодически враги нас замечают в такие моменты, когда я даже не представляю, когда они могли нас увидеть. Вообще зачем? Стоп, 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 я не то хотел, я передумал. Хотел фонарь включить. Зачем мне? Возьмем свой дробовичок. Хотя вот это мне оружие понравилось, честно вам скажу. Всю игру я его игнорировал. И сейчас понимаю, что абсолютно зря продал все шарики к нему. И, по-моему, это было очень-очень глупо, потому что... По-моему, да. Ну, к сожалению, к нему, видите, у нас теперь уже поздно пить боржоми, да, как говорится. Теперь все-таки стоит нам взять оружие там, где больше у нас патронов, и собирать, наверное, тогда шарики. Так, давайте все-таки найдем этот генератор. Теперь он же, конечно, нам абсолютно бесполезен. Так, он... Так, здесь мы все собрали, наверное. Наверное, все собрали, да? Нет, смотрите, еще голоса. Интересно. Да ты что, серьезно? Тебе конец! Конец! Давайте найдем его.
Ага, вон. Так, минус один. Но он там... У нас да. Бригада. Ух. Так, а я еще слышу шаги. Еще шаги, еще шаги. И где он? И где хозяин шагов-то? Пока не видно. Пока не видно. Так. Чуть-чуть вернемся назад. Это лампочка. Мне, кстати, здесь. Может быть, даже стоит и пошуметь, чтобы нас нашли быстрее. Тут это вот. Беготня. Так. Нам не сюда случайно? Последний? Как он удачно вышел. И все, да? Или еще кто-то здесь есть? Это генератор, по-моему. Нашли мы его все-таки. Ох, а это что такое? Ну, давайте уж, раз мы начали все подряд пробовать, давайте попробуем и вот это оружие, посмотрим, что оно дает нам. Так, это что у нас? А, это обычный дробовик. Нет, естественно, его мы не будем брать. Я думаю, это что-то тоже необычное, интересное, но... В общем, ничего необычного в нем нет. Так, и как его? Все. Пополнили мы. Ну, вот так, наверное, и надо было проходить по стелсу. Но не получилось у меня. По-моему, были, да, так и есть. Так, 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 так. Что это такое? Ну все, тут мы зачистили полностью. Автомат, кстати, очень-очень хороший. Я не знаю, как бы себя повел калашник с глушителем, но это просто отлично, то что сейчас у нас в руках. Мне очень он нравится. Так, давайте теперь найдем, куда нам идти, и двинемся уже в ту сторону, в туннель. Так, что это такое? Нет, ничего. Трупы, трупы, трупы. А здесь, по-моему, где-то... Так, стоп, я уже... Теперь можно фонарь включить. Почему я без фонаря бегаю? Непонятно. Так, это куда? Я уже все, я заблудился. Помогите, люди! Добрые. Или не очень. Так, главное на растяжку теперь не нарваться, а то я как-то так опрометчиво стал ходить. А это что такое? Попробуем. Чем стреляют? Тоже надо накачивать. Да, тоже надо накачивать. И у нас там всего вообще 5 патронов, поэтому, к сожалению, мы им тоже пользоваться не будем пока что. Может быть, в будущем когда-нибудь мы, когда наберем патронов, все-таки к концу игры, может быть, и испытаем это оружие. Но не сейчас. То есть сейчас нам это абсолютно невыгодно, оставлять 5 патронов.
Да, это оружие, дробовик, который у нас в руках, он шумный, но тут я точно знаю, что он поможет в трудную минуту, как говорится. Так, нам вообще показывают в обратную сторону, здесь мы не пройдем. Я реально заблудился, ребят, прошу прощения. Так, я долго ходил тут, что уже и забыл, где мы были, где мы не были. Но здесь мы, по-моему, вообще не были с вами. Да, вот здесь мы спускались, шли здесь, здесь, здесь. А вот это куда дорожка? Здесь тупичок, но здесь у нас аптечка была, но она нам не нужна. То есть мы достаточно здесь хорошо сыграли, не потеряли здоровье при этом. Поэтому это все нам не нужно. Так. И мы уже, по-моему, к выходу идем. Хотя нам показывают именно сюда. Так. Ничего взять мы не можем. Здесь мы были. Я опять по кругу, что ли, бегаю. Так, нам показывают назад вообще куда-то. Так, куда идти-то? Куда идти? Ой. Все время показывает назад. Туда идешь, назад, сюда, назад. Так, здесь. Нет, все, вот сюда теперь все правильно. Сюда? Так, давайте вот так. Вот в этот туннель, что ли, нам нужно? А, вот подъем какой-то. Наверное, туда нам. А здесь что? Давайте на всякий случай проверим, тоже посмотрим. Может быть, здесь что-то интересное. Нет, здесь мы тоже были. Значит, нам просто наверх. Убираем карту. И готовимся, наверное, опять. Да, сюда однозначно. Выключаем. Включаем прибор ночного видения. Хотя впереди там свет, я вижу. Могут быть просто еще посты. Поэтому надо быть. Ага. Голоса слышите? Загадка. Сейчас я разгадаю вам все, ребят. Не волнуйтесь. Слышал раньше историю о метро 2 и невидимых наблюдателях? Неа. Но почему они не хотят, чтобы простые люди о них знали? Метро 2 – убежище советских богов на время Рагнарока, если силы зла одержат верх. Наше обычное метро – для стада. Метро 2 – для пастухов и их псов. В начале начал, когда пастухи не утратили еще власти над стадом, они правили оттуда. Но потом их сила иссякла, и овцы разбрелись. Только одни врата соединяли эти два мира. И если верить преданиям, они находились на Сокольнической ветке, где-то за спортивной. Потом происходит нечто, от чего выход в метро 2 закрывается навеки. Живущие здесь утрачивают всякое знание о том, что происходит там. И само существование метро 2 становится чем-то мифическим и нереальным. Но метро 2 и сегодня вокруг нас. Его тоннели оплетают перегоны нашего метро, а его станции находятся, может, всего в нескольких шагах за стенами наших станций. Эти два сооружения неразделимы. И те, кто верят, что пастухи не могли бросить свое стадо на произвол судьбы, говорят, что они присутствуют неощутимо в нашей жизни, направляют нас, следят за каждым нашим шагом, но никак не проявляют себя при этом и не дают о себе знать. Это и есть вера в невидимых наблюдателей. Но почему они не хотят, чтобы простые люди о них знали? Во-первых, овцы грешны тем, что отвергли своих пастухов в минуту их слабости. Во-вторых, за то время, когда метро 2 оказалось отрезанным от нашего мира, развитие пастухов шло иначе, нежели наше. И теперь они являют собой не людей, а существ высшего порядка, чья логика нам непонятна и мысли не подвластны.
Неизвестно, что задумано ими для нашего метро, но в их силах изменить все. Они могут вернуть нас в утраченный прекрасный мир, потому что они снова обрели свое былое могущество. Но от того, что мы взбунтовались против них однажды и предали их, они не участвуют больше в нашей судьбе. Однако они присутствуют повсюду, и им ведом каждый вздох. Так, интересная история, но она почему-то не заканчивается. Пока они просто наблюдают, и только когда мы искупим свой чудовищный грех, они обратят свой благосклонный взор на нас и протянут нам руку. Тогда начнется возрождение. Так говорят те, кто верит в невидимых наблюдателей. Красивая легенда. Ага. Ну что ж, давайте приступим, наверное. Я не вижу другого выхода, как здесь воевать. У нас ранен! У вас уже два трупа, они ранены. Три. Автомат отлично. Через бронежилет даже долбит. С какой стороны идут? Ну давайте, идите сюда. Эх. Ох, он хотел нас взорвать, вы представляете? Откуда? Попалась, сучка! Да? Я не знал, что я попалась. Знать бы, где он. Откуда он стреляет по нам? Где-то там, да? Где-то там перезаряжается. Один он, интересно, или нет? Если один, в принципе, можно попробовать. Сейчас, сейчас. Ух, он еще и метко попадает. Ну, какой у нас вариант? Давайте, может быть, попробуем шашечкой его. Хотя как бы самому от этой шашечки не пострадать. Как-то у меня не очень получается их кидать. Да что такое-то? Эх. Я думаю, теперь точно все. Почему я так кидаю иногда? Я забываю, что достаточно одного раза нажать. И мне кажется все время, что поджечь, а потом еще надо нажать, чтобы он кинул. Но здесь немножко другая система. И достаточно одного раза нажимаешь, он и поджигает, и кидает. Как по мне, так было бы удобнее, если бы сделали именно, чтобы... Так, еще один туннель, кстати говоря. А нам не сюда, случайно? Посмотрим. Нет. Ну, значит, мы обязаны проверить, что здесь. Раз нам не сюда. Ага. А это просто другие двери. Вообще, по-хорошему, нам надо заканчивать, но я не вижу, чтобы прошла точка сохранения. Давайте дойдем до нее. Вот мы разорвали его фактически на куски. Так, нам куда? Нам не сюда, значит, мы сюда, мы, значит, идем наоборот сюда, чтобы посмотреть, что здесь. Так, это просто туалеты. Туалеты. Касочку отбросила сюда. Такая темень, вообще ничего не видно. Но мне кажется, мы где-то совсем-совсем уже рядом. Ульман-то где должен быть? Так, сюда нам никак не перепрыгнуть, нет. Думаю, может быть, там что-то найти можно будет. И мы сейчас опять, видимо, спустимся в туннеле. Шкафчик. А вниз? Так. И вот проходит сохранение. Давайте тогда, наверное, на этом мы и остановимся с вами. И продолжим обязательно в следующей части.
По-моему, очень все неплохо получается. Игра мне снова начинает нравиться. В какой-то момент она превращалась уже просто в полный экшен. И исчезли истории о черных, о мутантах, о метро. И была обычная стрелялка. Как бы там ни было, мы продолжим в следующей части. Спасибо всем, кто меня смотрел. С вами был Анми. И до новых серий. Всем пока-пока.